нет никакого завтра. Мне тут художница прислала картину. Днем присылала эскиз, показать вот, ну, вот это вот начало. Я говорю, ну посмотрим. Прислала вечером, все хорошо, то, что было днем сделано, решила поправить, в общем, все испортила. Я, естественно, высказал свое фэ по этому поводу. Вот. И прозвучало очень смешное оправдание. Ну, типа, я же только учусь. А. Вот эта вот привычка думать, что мы не учимся чему-то. Это как... Привычка думать, что я вот не умею заниматься медитацией, я вот буду учиться, потом научусь, потом пройдет 10 лет, или там 5 лет, или 3 года, не знаю, кто какой срок там себе ставит, и значит у меня что-то получится. Понимаете, это абсурд так думать. Оно уже есть, оно уже внутри сидит. Умение писать картины, умение медитировать. Я уже сам часто путаюсь, а, собственно, о чем этот блок? Он или об искусстве современном, или о медитации, или там... о жизни или что-то такое. Вот. Но у меня все это перемешано, потому что картина — это жизнь, жизнь — это картина. И между всем этим стоит медитация. Как я уже говорил, не бывает, нету понятия хорошая медитация и плохая медитация. Как нету понятия, по большому счету, хорошая картина или плохая картина. Картина или есть, или нет, по большому счету. И не важно, что там на ней изображено, потому что кому-то нравятся там котики, кому-то цветочки, кому-то березки. Кому-то абстракционизм, кому-то еще что-то. На вкус и цвет товарищей нет. А поэтому не надо относиться к тому, что вы делаете, как я только учусь. Ребенку в голову не может прийти, двух-трехлетнему, что он чему-то учится. Он живет. Ну, вот в голову даже не придет, что он живет. Он настолько впитывает этот мир, что он тотально в этой жизни находится. Писать картины, в принципе, это то же самое. То есть, не важно что, да, и как. Важно, насколько тотально вы этим заняты. И вот этот вопрос, а я только учусь, он абсолютно абсурдный и неуместный. Нет никакого завтра, в котором вы чему-то научитесь. У вас есть только здесь и сейчас. Вы написали картину, у вас получилось. Вы
И написали картину, а картины нет. Ну, мы по привычке, естественно, думаем, что у нас еще есть завтра. Вот. Мы станем старше, мудрее, сильнее. Видеть лучше будем. Абсурд. Полный абсурд. Потому что вы же не можете умереть вчера. Да? И вы также не можете умереть завтра. Все, что произойдет, произойдет здесь и сейчас. И написание картины или ваша медитация, это то же самое. Ваша жизнь. Только здесь и сейчас. Никак не вчера, никак не завтра. Поэтому выбросьте из головы вот это завтра. И никогда не выбрасывайте картин, почеркушек своих, чего-то еще. Пройдут годы какие-то, да, вы посмотрите на это. Будете сами удивлены, скажете, неужели это вообще я сделал? Как это вообще мне удалось? Будьте удивлены. Никогда ничего не выбрасывайте. Старайтесь хранить это. Потому что все, что вы делаете, будет вас удивлять. Как-то так. Сегодня очень коротко. Обо всем понемногу. И ни о чем, как обычно.